глубже копай. Глубже. Давай, плотва. Видела, как риданцы Милошева поле бароня? Сейчас? Шпионы, значит. Дабы возместить урон, причиненный войной, налоги будут удвоены. Каждый, кто внесет... О! Все? Да. Он тебе поверил? Понятия не имею. Это закуролиска. И у нас есть новый заказ. Платят скверно, но хоть как-нибудь. Я вижу, ты не теряла времени даром. Это твой. Серебряный ведьмачий меч. Ну как? Чудо. Можно? Лучше не здесь. Скоро тебе представится достаточно возможностей, ведьмачка. Что это за надпись? Старый девиз ведьмаков. У меня был когда-то похожий меч, но этот лучше. Намного лучше. Значит, надо его испробовать. В третьей войне с Нильфгардом сошлись два великих стратега. Родовид Пятый Свирепый и Эмгир Вар Эмрайс. Каждый казался непобедимым, но оба потерпели поражение. Захватчик с юга был отброшен назад, владыка севера же пал жертвой убийц. Власть над победоносной Риданией получил человек, который до сих пор оставался в тени – Сигизмунд Дикстра. Заняв пост канцлера, Дикстра с присущим ему цинизмом и беспринципностью стал править всем победоносным севером. Дикстра понимал, если хочешь мира, нужно готовиться к войне. И, по примеру Нильфгарда, укреплять свои вотчины путем повсеместного строительства новых поселений и развития мануфактур. Все это во благо подданных, хоть и вопреки их воле. Пока войска Эмгыра одерживали победы, он пользовался безграничным доверием и послушанием подданных. Однако едва он лишился нимба непогрешимого полководца, скрывавшаяся до сей поры оппозиция перешла в атаку. Император, который плясал на курганах врагов, сам упокоился в могиле стараниями собственных подданных. В то время как континент был обескровлен войнами, на Скеллиге под началом Керис начался расцвет. Ведь в отличие от своих предшественников, молодая королева вместо разорения чужих земель сосредоточилась на заботе о собственных вотчинах. Благодаря этому народ островов весьма разбогател, хотя и потерял при этом свою прежнюю хватку. Цирилла Фиона Элен Рианон, наследница Нильфгардского престола, избрала жизнь на пути ведьмаков. Геральт научил ее всему, что знал и умел сам, а затем каждый пошел своей дорогой. Вскоре легенды о подвигах ведьмачки с пепельными волосами разнеслись от Яруги до гор Ковера. Геральт, хоть и тяжело в это поверить, наконец-то бросил якорь в далеком Ковере. Вместе с Трис они обустроили там теплый дом, в котором всегда пахло свежеиспеченными пирогами, а гостям были рады вне зависимости от дня и часа. Ведьмак иногда еще брал кое-какие заказы, но скорее по привычке, чем по необходимости. Ведь, будучи королевской советницей, Трис зарабатывала более чем достаточно.